В сегодняшнем видео мы расскажем вам о семье президента Армении Армена Саркисяна. Усаживайтесь поудобнее и смотрите это видео до конца, ведь вы узнаете, где сейчас проживают и работают сыновья семьи Саркисян. Поехали, мы начинаем. Нунэ Саркисян – прекрасная, элегантная женщина, которая действительно восхищает. В свои годы окончила отделение романа германских языков филологического факультета Ереванского государственного университета. Работала в научно-исследовательском институте древних рукописей имени Месропа Маштоца. Окончила Голдсмитский колледж Лондонского университета и получила степень магистра искусств. Изучала искусствоведение в Лондонском институте культуры Сотбис. Затем училась на художественном отделении Вестминстерского колледжа. С таким багажом знания и опыта она могла построить удивительную карьеру, но выбор стал на сторону семьи, как это сделали и многие армянские женщины, за это им отдельное спасибо. Также является автором более 20 детских книг на армянском, русском и английских языках. Сказки Нунэ Саркисян изданы не только в восточно-армянском и западно-армянском языках, но и на диалектах Арцаха, Гавара и Гюмри. Нунэ и Армен встретились в ереванской школе, когда ей было всего 14 лет, а ему 15. Она встретила Армена и влюбилась, когда училась в школе. Они понесли свою любовь через много лет и препятствий. Если вам интересна более подробная информация по этому поводу, то на нашем канале есть отдельное видео про Нунэ. Несмотря на то, что она посвятила себя частично работе, все равно осталась прекрасной мамой и супругой. У Нунэ и Армена двое взрослых сыновей – Вартан и Айк. У Вартана компания по кибербезопасности, а Айк работает с отцом. Нунэ отмечает, что ее сыновья чувствуют себя британцами, но гордятся корнями. У Нунэ также есть двое внуков – Саванна и Армен, дети сына Вартана и его жены американки. Внукам очень повезло, ведь у их бабушки всегда есть в запасе интересная сказка. А на этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. В следующем видео мы расскажем о биографии Тины Канделаки и объявим очередного победителя в нашем конкурсе. До скорой встречи!